Доброго времени суток, дорогие подписчики канала Уральская усадьба. Сегодня у нас монтирована теплица дачник VIP 3M. Очень красивая, надежная теплица, свалена теплица с профильной трубы 20 на 40, полимерно порошковая краска светло-серого цвета, все швы обварены по кругу, поликарбонат 4 мм 20-летний. Красиво все, двери разрезные с форточкой. И на втором торце только форточка. Здесь стоят термоприводы, автоматическое проветривание с пружинками, метровые. Фундамент брус 100 на 100, пропитанный антисептиком. И отзыв клиента о данной теплице. Откуда вы узнали о нашей компании? О вашей компании мы узнали из интернета. Там была такая реклама, и все показывали. И потом была эта женщина, информировала. Она говорит, я уже доверяю и иду даже повторно покрытие делать, менять покрытие. И мы, ну, мы правда не нашли адрес, это, пошли не в ту сторону, в эту психбольницу. Надо было спросить, позвонить. А потом, когда догадались, позвонили, нашли быстро. И все оформили быстро. И все как это, как было намечено, все сделали. Мастера очень это доброжелательные. Вовремя приехали, вовремя сделали. Все спокойно. Будем надеяться, что будет качество хорошее. Выражаем благодарность. Почему вы выбрали вот именно эту марку теплицы? Потому что у нас вот есть это опыт вот в соседних участках и у народа, что вот эти теплицы, которые, ну, подешевле, у них арочные, они это не выдерживают снег и жесткости нет у этого каркаса. А здесь это за счет того, что еще сваренные каркасы, там же не сваренные каркасы, они прямо на этих. Вот это нас и привлекло, чтобы уже сделать, да, ну, как бы надолго. Не хочется еще повторяться. Все-таки затратно, и хочется, чтобы это было хорошо. А что сажать планируете? Ну, теплица, помидоры, огурцы, у меня даже перец. Уральская усадьба представляет. Сегодня у нас 2 июля 2016 года. Была сделана теплица-дачник шириной 3 метра, длиной 5 метров. Каркас теплицы сделан из трубы 20 на 20, полимерно-порошковая окраска, поликарбонат 4-миллиметровый, 0,7 вторая плотность. Значит, комплектация у нас: с одного торца разрезная дверь, форточка, другой торец глухой, также сделан форточный блок один и система подвязки по две нитки на каждую сторону. Теплица установлена на брус 100 на 100, пропитана антисептиком и закреплена уголками к фундаменту бетонному.